Дорогие друзья, ну что, пожелайте нам с Фрюнделем хорошей дороги. Завтра с утра мы отправляемся в Москву, переночуем там, и уже потом, господи, и на следующий день, 2 декабря, поедем в Ивановскую область, где нас ждет Светлана. Каждый день пишет, спрашивает, как Хрюндель. Хрюндель замечательный, мне кажется, еще поправился грамм на 500, наверное. Как видите, весь в опилках, спит он здесь, а когда надоедает, идет в опилки. И поэтому опилки раскидал по всему боксу, ну вот нравится им дружить с опилками. Поедем мы в переноске и на ручках, когда как, с нами поедут еще собаки. Две собачки мои. Потому что оставить не с кем, поэтому поедем все вместе, дружной семьей. Хрюндель к новой хозяйке, другие со своей хозяйкой. И что еще хотим сказать? Большое всем спасибо, кто поучаствовал в сборе на бензин для Хрюнделя. Без вашей помощи все было бы нам уже труднее. Ну, смотри, тебе прям по размеру подходит. Будет твой домик. В общем, пожелайте нам хорошей дороги, путь будет не близкий, больше 700 километров, но это не проблема для Хрюни, так как он едет навстречу новой жизни. Да, малыш? Все, всем до свидания, ждите ролик.